В день выборов анапчане одновременно проголосуют за нового губернатора Кубани, депутатов в муниципальный совет, а также определят имя депутата законодательного собрания края по 39-му округу. На 1 июля 2015 года на нашей территории зарегистрировано 129 323 избирателя, из них 52 892 человека проживают в городе. Для организации процесса голосования в 27 одномандатных избирательных округах образовано 70 избирательных участков, 30 из которых организуют голосование на дополнительных выборах депутатов законодательного собрания Краснодарского края 5-го созыва. Расположены они в Анапском, Далекозерском, Гастагайском, Первомайском, Сукцесском, сельских округах. То есть понятно, что в этих сельских округах мы проводим с вами 3 уровня выборов. Участникам обучающего семинара, председателям, секретарям и членам участковых избирательных комиссий разъяснили претерпевшие изменения выборное законодательство. Как организовать досрочное голосование, коллегам объяснил член территориальной избирательной комиссии Анапская Сергей Старостин. Начнется оно за 10 дней до дня выборов на избирательных участках. Членам участковых комиссий напомнили о том, что анапчан необходимо проинформировать об изменении адресов избирательных участков. Кстати, со списком всех 70 участков также можно ознакомиться на официальном сайте администрации курорта на странице Анапской территориальной избирательной комиссии.